У вас 20 фриспинов. Опа. У нас бонуска. Тут даже, оказывается, не надо 3. Так. Тут еще и чемодан какой-то. Нормально. Так, 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 давай, давай. Плюс 2 фриспина. Короче, надо чемодан накопить, да? Так. Еще. Монетка 3. И что оно дало? Функция разблокированная. Тидинс. Так. Улучшенные символы. Хорошо. Ну, погнали. Так, что, дополнительно 2 фриспина, да? Хорошо. Еще 2 фриспина. Так. Еще. Вайлды. Монеточки какие-то. Монеточки. Что, следующие монетки-то дадут? Интересно. Давай, третья монетка. Что еще разблокировали? Так. Угу. Улучшение. Так, еще 2 фриспина. Пока выигрыш, что-то сколько у нас уже фриспинов-то было? Штук 20. Выигрыш пока 405 рублей. Так, третий сундук. Что даст-то? Функция разблокирована. Какой улыбнись? Я улыбнусь, буду в 33 зуба улыбаться, когда мне этот... насыпят. Я сейчас сижу в напряжении. Улыбнись. Заноса на X500. Не, ну оно так все красиво падает и что-то вообще ничего не дает. Ну что это такое? Пока 1180 рублей, осталось 3 фриспина. Хотя мы открыли, я так поняла, все сундуки. Так, угу. Это огромный выигрыш, хорошо. Не спорю. Погнали дальше. И последний фриспин. И что он нам даст? Вы выиграли 2205 рублей. Так, ну не сказать, что прям вау-вау.